декабря 88 года, я всегда считал, что декабрьским детям, по юношам в особенности, проявлять себя тяжелее всего. Удар из положения вне игры. Тем не менее, мы видим, что Субашич до мяча дотянулся. 33 года скоро исполнится хорвату. Безусловно, основной вратарь, резервный вратарь Морган де Санктис, итальянец. Вообще ветеран с соперником. Могло произойти. Пережил, сосредоточился на футболе и все у него вроде бы неплохо. Голевой момент, удар! Руфье отражает этот выстрел. Мбаппе, там кто-то из футболистов Сент-Этьена на газоне без Буцци. Ну, а атака стремительно пошла. Не пытались даже офсайд делать защитники Сент-Этьена своей штрафной. Вероятно, были правы. Ну, удар практически, да, без... Культовые игроки для французской сборной. Были в ее составе. А это Мбаппе. Как легко, а как Усейн Болт убежал, обвел и 1-0. Килиан Мбаппе, главная звезда сегодняшней Европы футбольной, если говорить даже не восходящих, а взошедших. Ну, за исключением уж суперзвезд вроде Криштиану Роналду. И аплодисменты в этой ложе принца. Князя Монако, точнее. Роскошная атака на гол. И вот не стал откладывать на второй тайм Монако гол. Забил просто великолепно. Ну, может быть, слово фамилию Трезеге произнести. После того, как 4-0 разгромил Лиль Монако в воскресенье, отрыв 3 очка от ПСЖ, игра в запасе, стало понятно, что вот надо, да? Надо. Очень красивый гол, элегантный, профессорский. Шестой подряд пропущенный мяч от фаворита для Сент-Этьена. Почему шестой? Потому что в предыдущем туре Сент-Этьен дома был разгромлен Пари Сен-Жермен со счетом 0-5. 2-0. Do outro lado está Germain, o cruzamento e o golo do Mónaco. Marca Valère Germain. Há pouco desperdiçou uma oportunidade flagrante, mas agora atira para o fundo da baliza de Stéphane Ruffier.